Маломобильным группам населения всегда необходимо пристальное внимание и забота. Это не только инвалиды, но и пожилые люди, мамы с колясками. Компания «Обсервер» делает городскую среду доступной для всех. Наша компания занимается обустройством доступной среды. Работаем в Анапе уже давно. По Краснодарскому краю работаем порядка 4 лет. Также участвовали в проведении паралимпийских игр. Большая работа ведется по обустройству пляжей специальным оборудованием, антипролежневыми матрацами, специальными шезлонгами, водными колясками. В рамках программы «Доступная среда» компания производит монтаж специального оборудования в бассейнах, спортивных и общеобразовательных школах. Запланирован новый масштабный проект создания доступной среды в городской больнице. Ведется работа по трудоустройству инвалидов. При поддержке компании «Обсервер» создана некоммерческая организация «Ковчег». Мы представляем продукцию. Организация «Обсервер», которая по Краснодарскому краю занимается ремонтом и прокатом инвалидных колясок и занимается оборудованием доступной среды для инвалидов всех групп – колясочников, опорников, слабовидящих, слабослышащих. И наша сейчас первейшая задача – это договориться с администрацией города для создания координационного совета, хотя бы ежеквартального, именно по доступной среде для всех видов и инвалидов города. Установка пандусов, помощь в передвижении по городу, ступенькоходы, монтаж тактильной плитки, а также консультационная работа, помощь при заполнении бумаг и подготовка документации – это все «Обсервер». Эксклюзивное предложение – аренда инвалидных колясок разных модификаций, чтобы пребывание отдыхающих в городе-курорте было максимально удобным, комфортным и приятным.